На доклад академика Глазева в Совбезе либеральные критики обрушили свой праведный гнев. И это те самые экономисты-финансисты, которые у руля российской экономики с начала 90-х. Это те, кто допустил несколько сильнейших экономических кризисов в России. И они сейчас заявляют, что все в порядке, а наступающий кризис – это никакие не грабли. Чего же так испугались наши либеральные экономисты-финансисты в этом докладе? И что нужно делать? Своим экспертным мнением с накануне ТВ поделился директор Центра регионального развития Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Сергей Андреев. Совершенно отчетливо этот доклад хоронит все то, на чем строилась предыдущая экономика, причем на воровских принципах. Они никакие не либералы. Просто, условно говоря, люди, присосавшиеся к бюджету и организовавшие систему власти таким образом, что она им набивает карманы, позволяя не нести за это ответственность. Какую реакцию от них ждете? Это никакого отношения к реальной экономике или к реальным событиям не имеет. Они хотят раздать страну более мощным структурам международным, которые нас просто подъедят и все, и участвовать в этом процессе за свои агентские вознаграждения. Ребята тащат все из страны и понимают, с какой процент им за это заплатят дяди. Они не социализм боятся, не планов хозяйства боятся. Они боятся, что страна станет чем-то суверенным и мощным, и им при этом ничего не достанется. Глазев борется один на один с целой системой. Кто же прав? Однозначно Глазев, уверен Сергей Андреев. В доказательство вспомним кризис, например, 2008-2009 годов. С тех пор мало что изменилось. Эксперт уверен, что не в конкретных личностях дело. Дело в целом слое вороватых чиновников. Поэтому менять нужно всю систему, утверждает эксперт. Те, кто на этом развале наживется и на кусках России будут потом иметь такие же куски власти и имущества, как при развале Советского Союза, они сейчас категорически не заинтересованы, чтобы этот план был кому-то очевиден. А Глазев его кладет на стол и говорит: «Во, любуйтесь, люди». Ну, объясняет это научными терминами. Посмотрите, они тянут страну в яму. Ну, как они будут относиться? Естественно, оплевывать там пытаться и так далее. Для решения проблем необходимо создать и плановость экономики, и национализировать стратегические для экономики предприятия. А что в ответ предлагает нам либеральный Минфин? Он предлагает либо повысить пенсионный возраст, либо увеличить госдолг. А для экономии госрезервов необходимо воспользоваться не повышением пенсионного возраста и не увеличением госдолга, а сократить расходы на самих чиновников, уверен эксперт. Не числом сократить, а заплатить им на круг 5% от дохода страны, а дальше пусть делают, как хотят. И 5% – это нормальная сумма для поддержания управленческого слоя, если государство по-умному подает вопрос. Но пока государство – это они сами. И Владимир здесь трепыхается, как беспомощный ребенок в волнах, кричит: «Помогите, на помощь!» А волны на него внимания мало обращают. Вот что сейчас происходит. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».